Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса, добро пожаловать в сезон 2017 года. И я предлагаю вам очень внимательно досмотреть этот ролик, если вы подписчик моего канала, зритель, не переключайтесь, потому что это действительно будет очень полезно и интересно. Итак, начнем сезон 2017 года с первого очень важного элемента, чтобы достичь успеха. Потому что успех немаловажен при терапии неврозов. Сейчас я объясню, почему. Ну и параллельно я хочу анонсировать набор в группу и рассказать о том, что происходит. Поэтому в первом ролике 2017 года мы поговорим об одном из главных секретов успеха, а их будет всего 10. В январе мы поговорим о первом из 10 элементов или секретов, которые я выявил за 7 лет работы со своими клиентами. Это касается именно сухой выжимки тех элементов, которые позволят вам добиться не только терапии неврозов, но и одновременно привести себя к успеху. А невроз и успех – это одно и то же. Потому что все ваши неврозы и депрессии – это прямой показатель вашей неуспешности. Мы не говорим не только о финансах, когда мы говорим о успехе. Мы говорим о большом количестве факторов под названием обманывать себя, быть собой, быть таким, какой ты есть, финансы, успехи, с кем ты живешь, с кем ты просыпаешься, личная жизнь, семейная, половая, общественная, социальная и так далее. Вот в этих сферах, когда у людей возникают серьезные косяки, начинаются и неврозы, и депрессии. Соответственно, я могу привести уже математическую статистику о том, что как только в этих сферах меняется собственное мышление человека, меняются какие-то, человек делает какие-то действия, поступки, направленные на исправление старых паттернов поведения, старых паттернов мышления, человек получает не только эмоциональное облегчение и симптомы редуцирует, пропадает, но он в целом становится счастливым и гармоничным. Говорит: Леш, я никогда не думал. Я думал, что я приду справляться с паническими атаками, ВСД и симптомами, и моя жизнь станет как минимум как прежней. Но когда мы закончили, и когда прошло еще время после терапии, я понял, что на самом деле дело вообще не в панических атаках и ВСД. И только сейчас я сделал ту жизнь, которую всегда хотел. Оказывается, мои проблемы были не панические атаки. Моя проблема была то, что я живу не той жизнью, которую я хочу. Я живу не с теми людьми, с которыми я хочу. Я говорю не те слова, которые я хочу. Когда я хочу, я молчу, а когда я не хочу, я наоборот что-то говорю не то. Проще говоря, сегодня мы поговорим об очень важном элементе, о первом элементе из 10 для достижения и успеха. Итак, предлагаю вам внимательно послушать. Итак, что же это за первый такой секрет и элемент успеха? Давайте поговорим об этом более детально. За 7 лет работы с моими клиентами я увидел одну простую вещь, что те люди, которые кое-что делают и кое-что не боятся делать, достигают отличных результатов не только в терапии неврозов, но и, естественно, изменяют успех и качество своей жизни. Я вообще считаю, что это неразрывно. То есть терапия невроза и успех в жизни и невроз – это одна и та же история, просто это палка о двух концах. Ее можно крутить как угодно, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Все мои клиенты, которые действительно поняли очень важные секреты, они говорят о том, что они не просто, Леша, справились с симптомами, они описывают, они описывают совершенно другое качество своей жизни. Другие сферы, другие люди, другие элементы, другого себя, настоящего. Так что же надо, чтобы получить тот самый успех и ту самую гармонию? Нужно запомнить один момент. Вас научили оставаться в зоне комфорта. Проще говоря, вас научили не рисковать. Вас научили не перебирать, не пробовать. Вас научили постоянству. В Советском Союзе люди вас научили постоянству. Чтобы не рисковать, лучше не меняй. Лучше оставь как есть. А вдруг что пойдет не так? Зачем тебе этот риск нужен? То же самое касается людей вокруг себя, касается профессии, касается бизнеса или касается еще чего-то. Вы привыкли оставлять все как есть, в надежде на то, что все это как-то поменяется и рассосется. Понимая, что это не твое, понимая, что ты давно исчерпал здесь все ресурсы, понимая, что это абсолютно не твоя история, ты все равно продолжаешь долбить эту историю. Потому что у тебя есть убеждение, ну что я буду менять? А вдруг что поменяется? А может оно как-то само изменится? Не изменится. Ни хрена не изменится.
Огромное количество моих клиентов на самом деле жалуются на депрессию и на тревогу, потому что даже знают, в каких сферах им не нравится, знают, в каких сферах внутренние конфликты и противоречия. Посмотрев мои ролики, они все прекрасно понимают, но есть один момент – они не меняют. Они знают, но не меняют. Почему? Потому что страшно. Потому что возникает, а вдруг я не смогу, а вдруг не получится, а вдруг не найду лучше, а вдруг будет все плохо, а вдруг я одна не выживу, а вдруг я одна не справлюсь, а вдруг это, а вдруг то, а вдруг я пожалею, а вдруг у меня не пойдет на новой работе, а вдруг меня все-таки там уволят, а вдруг я совершу ошибку, а вдруг я не смогу, а куда я там одна, в новый город, да вы что? Вот тут-то и возникает ваша главная центральная проблема. Поэтому секрет успеха номер один можно коротко сформулировать так. Не бойся изменений, используя принцип перемен. Запомнили? Не бойся изменений, используя принцип перемен. Что такое принцип перемен? Не бойтесь пробовать. Не пошло, поменяли. Не пошло, поменяли. Не пошло, поменяли. Работу, людей, обстоятельства, сферы, города, людей вокруг себя, выборы и так далее. Не бойтесь пробовать. Только методом перебора можно найти себя. А главный секрет терапии невроза – это найти себя в жизни. Я сейчас не говорю вам про банальную агорафобию, долбанную с паническими атаками. Я говорю более глубокие вещи. Надеюсь, мои зрители это понимают. Чтобы найти себя и чувствовать себя кайфово по жизни, нужно понять, что твое. Люди какие твои и в профессии, в жизни какой, что твое. Поняли, да? А чтобы понять, какие люди твои и что твое в жизни, тебе нужно не бояться пробовать. И пробовать, и пробовать, и пробовать, и пробовать. Ошибаться, и пробовать, ошибаться, и пробовать, и ошибаться, и пробовать. Только так ты можешь понять, какой человек тебе подходит, какие люди твои и какая сфера и ниша твоя. Если ты просто будешь сидеть на жопе ровно и понимаешь, что все совершенно не так, и приходить к психологу, говорит, у меня жизнь такая плохая, муж не тот, жена не то, работа не та, город не тот, друзья не те. Первый вопрос, что ты сделал для того, чтобы это поменять? Ну как что сделать? Что тут сделаешь? А что тут сделаешь? Ну муж он такой, жена такая, город такой, люди такие, денег нет, работа такая, такая страна, такой, такие законы, ну что тут поменяешь? Я говорю, чего пришли? Понимаете? Первый вопрос любого компетентного экстенциального даже терапевта, что ты сделал для того, чтобы поменять то, на что ты жалуешься. Вот у нас, кстати, на форумах огромное количество нытиков, которые все недовольны своим самочувствием. Им кажется, что у них вегет сосудистой дистонии, у них проблемы большие. И первый вопрос, что ты сделал для того, чтобы что-то изменилось? Ответ гениальный. Я прошла много обследований, никто ничего не говорит толком. Я говорю, окей, хорошо. Что ты сделала в области психотерапии? Ой, да ладно, знаем мы вашу психотерапию. Я была тут у одного местного. Таблетки одни назначают. Я говорю, послушайте, психотерапия – это не один психотерапевт в вашей деревне. И даже если вам не повезло с одним-двумя психотерапевтами, это не значит, что вся психотерапия – полная хель. Потому что я могу привести тысячи людей, которым все прекрасно работает, все помогло, все довольны, счастливы. А вы все ноете на своем форуме в интернете, обсуждаете там, кто как фотографируется и кому что там не нравится. Соответственно, вывод еще раз. Если вы хотите действительно понять глубинную причину ваших тревожно-депрессивных проблем, это ваш личный неуспех. А ваш личный неуспех кроется в сферах жизни, где вы не можете их докрутить до определенного качества. Вы боитесь перемен, вы боитесь действий, вы боитесь инноваций, вы боитесь принимать решения. И чтобы с этим справиться, вот тут-то ваш покорный слуга и выполняет свою работу. Я не рекомендую вам, что делать. Вы сами решите. Я не говорю вам, с кем жить, с кем спать, куда идти и так далее. Это ваш путь. Если провести метафору, я не могу подталкивать тебя в спину, и я не могу тащить тебя за собой. Я пойду с тобой параллельно, рядом. Максимум я смогу освещать тебе фонариком путь. Ты будешь падать, вставать. Я говорю, не бойся, вставай, пойдем дальше, да, и давай пробовать, давай. Какой вывод из этого можно сделать? А из этого какой вывод? Иными словами, я иду параллельно с тобой. Я не подталкиваю и я не тащу. Я иду просто параллельно, размышляя, разговаривая, поддерживая и выполняя определенную функцию с точки зрения когнитивной терапии.
И вот только методом проб и ошибок в своей жизни, методом принятия решений, методом перебора, методом изменения отношения ко многим обстоятельствам, мы сможем не просто закончить симптоматику невротическую. Мне вообще симптоматика невротическая твоя вообще нахрен не интересна. Мне интересно сделать твою жизнь успешной. Твои симптомы мне дофи не бати, потому что я прекрасно знаю, что за всеми твоими навязчивыми мыслями, депрессиями, тревогой и паникой кроется просто-напросто неуспех личный, семейный и профессиональный. И моя задача тебя к этому привести. Вот и все. Поэтому подытожим. Главный секрет первого ролика 2017 года. Научись не бояться перемен. Используй принцип перебора. Ну а чтобы научиться не бояться перемен и чтобы научиться действовать и принимать решения, я тебя приглашаю на свои группы. 24 января я начинаю онлайн-группы. Те самые, которые уже более 6 лет, ты знаешь о том, что они у меня идут. Ты, может быть, в любом городе. Пожалуйста, присоединяйся. Всего лишь 8 человек. Никаких чатов, никаких скайпов, никаких переписок. Очный видеоконтакт. 8 человек. Я и еще 8. Мы будем 4 месяца заниматься. 2 часа в неделю по вторникам. Первая группа занимается с 19.00 до 21.20 по Москве. Вторая группа занимается с 21.20 по 23.20 по Москве. Две группы подряд по 8 человек. Всего лишь навсего 8 мест в группе. 4 месяца мы занимаемся. В месяце 4 занятия по 2 часа. 8 часов в месяц. Стоимость 8 часов в месяц 7500. Я рекомендую тебе присоединиться. За эти 4 месяца ты не заметишь, как изменится твоя жизнь. Вот уже люди пишутся в Телеграме. Поэтому, но это на частное занятие, не бойтесь, запись. Поэтому, пожалуйста, вы просили группы, вот они. 8 мест, группа вторник. Либо с 19 часов, либо с 21 часа. Выбирай. Что еще про группы? Что тебе нужно? Тебе нужен компьютер, тебе нужен интернет, и тебе нужно 2 часа в неделю, чтобы тебя никто не отвлекал. Все остальное тебе расскажу, покажу и начну тебя вести. Я тебя буду вести 4 месяца. Если потребуются упражнения для симптомов, будем первое время говорить про упражнения для симптомов. Но в основном я буду затачиваться на твой успех, на твое качество жизни. Потому что все твои симптомы – это твой неуспех. И моя задача – это поменять. Так что приходи либо в группы, либо на индивидуальные занятия по скайпу. Ссылка в описании о том, как записаться и как что приобрести. Ну, информация и контакты тоже есть в описании. Пожалуйста, я тебя жду. Вы поняли первую и главную часть, главную тезис первого ролика по поводу успеха. Вы боитесь перебора. Вы боитесь принимать решения. Не ждите, пока все рассосется. Действуйте. Ну, шашка махать тут, конечно, тоже не стоит. Но самое главное, посмотрите на то, как вы живете. Вот просто сядьте и посмотрите правде в глаза. Вы хотите так жить? Вам нравится, с кем вы просыпаетесь, как вы засыпаете, куда вы едете и чем вы занимаетесь? И еще раз. Чтобы быть успешным, надо найти себя. Порой людям нужно десятилетие, чтобы найти себя. Я только в 27 лет нашел себя. Одна моя знакомая только в 40 лет. Она по первому образованию врач. Проработала в поликлинике. По второму образованию высшему она экономист. Проработала в какой-то там конторе. И только к 40 годам она поняла, что ее это флористика. И она открыла свой магазинчик флористический. И он очень успешный. Она в шоке. Просто сколько... Она кайфует от процесса. Она кайфует от денег. Она кайфует от всего, что она делает. Почему она счастлива? Она счастлива, потому что она нашла себя. А нашла себя она только методом перебора. И если даже ты, зритель канала, найдешь себя в 50 или в 40, ты будешь настолько счастливым от этого, что даже все эти годы опыта покажут тебе полной фигней, потому что ты за этими годами заплатишь за свое счастье. Поверьте мне, ребята, лучше найти себя методом перебора в 40, в 50, ну там 30, 40, 50, нежели всю жизнь просто просидеть ровно на жопе, вяло текущей с тревогой и депрессией. Приходите на занятия. Я расскажу все очень подробно. Успехов вам в 2017 году.
До свидания. Жду вас в группах в январе. Записывайтесь, пожалуйста, заранее. Все в описании написано. Пока. Успехов.